Всем привет, всем здравствуйте. Вайдаха, весна. Почки распускаются. Вот такая тут прекрасная церквушка. Внутрь пока зайти нельзя. Здесь ремонтные работы. У нас утро, 8 часов утра. Здесь в долине распускаются листочки, а там в горах еще снег. Но здесь не очень хорошо горы видно. Но тем не менее, сейчас видела подснежники. Вот он, этот храм. Что-то там такое. Травка только начинает, а подснежники уже вот они, красавчики. Такая прелесть. Кусочек весны для вас. Это даунтаун. Это центр столицы нашего штата, города Бойси. Это наш Капитолий, и за ним горы. Капитолий есть в каждом штате в Америке. Это Капитолий штата Айдахо, и за ним видно горы. Вот такой он симпатюлькин. Сейчас проедем поближе. Свободно можно проехать, но на нашем пути стоит автомобиль. Так, 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 мы можем ехать. Извиняюсь, не могу разговаривать и следить за дорогой. Вот такая здесь прелесть. Как-нибудь схожу на экскурсию внутрь. Возьму вас с собой, если вы не против. Выложу вам потом видео, покажу. Немного горы там видно. А солнышко светит.